Так, друзья, смотрите, здесь пандочка, крокодильчик, попугайчик, сова, тигренок, львенок, бельчонок, еще синий попугайчик, мышонок, это я, смотрите, мой ник Папсик, и Red Cat в виде белого зайца! Red Cat, привет! Привет, я прячусь, видишь, я под зайчика спрятался, чтобы ты меня не убил первого. Тебе надо было страшным львом замаскироваться. Вот этот вот желтенький паук я тоже хотел. Да, ну ладно, ладно. Ну, я, в принципе, готов начинать. Ребят, это новый Among Us. Это круче! Да, это круче, здесь можно прокачиваться, и Red Cat нам сегодня все расскажет. Четыре, три, два, один. Кто же убийца? Ты кто? Так, ну как я обычно. Тебе не скажу, кто я. Да ты убийца, понятно, так. Так, ну что, я задание побежал выполнять. Отлично, я тоже. Так, у нас тут 10 человек, это значит будет 2 убийцы, да? Да, наверное. Ого. А как спичку поджигать? Надо тереть ей? Что сделать? Спичкой, что надо сделать? А, да, там... Ну, надо как-то еще, там от силы зависит. С какой силой ты это сделаешь? В общем, это какое-то дурацкое. Я нашел тело! Я нашел тело, ребята! Red Cat, ты кого нашел? Кого там замочили? Замочили. Уже четверых замочили? Паука, да, получается. Мы вместе с Сад Тедди забежали. И убийца, ага, судя по всему, прыгнул в этот вентиляцию. Так, шмот. Значит, Тедди не убийца, я не убийца, Red Cat не убийца. Выбираем. Анна Геймер, Камила и Нелли. Слушай, я, мне, в принципе, кажется, вот никого не видел. Но это розовый... точно не ты, потому что ты был на спичке. Я всю игру спичку поджигал. Мне кажется, Анна Геймер у нас сегодня убийца. Попугай розовый. Вот смотри, у него взгляд. Давай. Видишь, какой? Такой-то подозрительный. Давай. Да? Давай за Анну Геймер. Окей. Я, да, тоже за Анну Анна Геймер. Посмотрим. Хотя мы, конечно, так наугад клацаем. О, в смысле? 3 за меня? Вы что, серьезно? За что? За что? Это подстава, ребята. А ты был убийца? Я, да. В смысле? Ты был убийца? А я такой говорю, ребята, зачем вы убили Red Cat? Молодцы, ребята, вы молодцы. Злобную мышку убили. Злобного зайчика белого. Меня подставили. Я захожу, там труп. Я не, да, это не репорт, но выхожу, и там чувак забегает такой. Ага. И при этом ты зашел с Тедди, да? Ну, то есть вы вместе. Понимаешь, я его не убил, как бы. Я просто зашел, там был труп. Я думаю, что репортить? Пускай лежит. Разлагается. А здесь заходит, и у меня еще 8 секунд до убийства. Я его тикнуть свидетеля тоже не могу. Такая вот подстава. Короче, меня подставил второй убийца. Выгораживаешь ты иди сейчас, да? Я ничего не знаю, я тебе ничего не говорю. Слушай, а как остальные? Они где-то пишут или говорят? Как, почему мы все обсуждения не слышим? Там чат же есть. Мы забыли его посмотреть. Они там все обсудили в чате. Они пишут, да? Они не будут. Пишут, да, там было 7 сообщений. Понятно. Не, в голосовом нет, а вот писать, да. Окей. Будут вычислять. Вот они с командой, пока я там спичкой чиркал, они вычислили, что ты убийца, и выкинули тебя. Это было несложно, в принципе, ну ладно. Ну, здесь очень прикольное задание. Единственное, что я не знаю, что делать со спичками. У меня с этим проблемы. Ну, это как с карточкой в Among Us. Ты помнишь карточку, которую надо провести было? Да, да-да-да. Ну, вот тут то же самое. То медленнее, то быстрее. Слушай, я с какой-то лупой на утке ищу что-то. Там след надо найти. Посмотри. Я нашел. И зафиксировать. Угу. Ты сыщешь? Я нашел следы. Я вижу. Я сейчас, короче, привидение за тобой наблюдаю. На следы смотришь. Да. А в обычной катке эта часть закрыта карты, то есть ты сюда попасть не можешь. Ты, в смысле, ты призрак сейчас рядом со мной находишься? Да. Yeah. Мамочка, призрак красного кота, спасите.
Слушай, а почему я задание выполнил, и у меня новые какие-то появились? Не знаю. Так, я наблюдаю за убийцей. Так, убийца бежит. Убийца убил. Боже мой, что произошло? Кошмар, кошмар. Ты так... Мочи их всех! Отомсти за меня. Так, ладно. О, я нашел еще. Убийца сейчас 30 секунд перезарядка. У убийцы? Слушай, а я даже репортнуть не могу, я не вижу трупиков. Что делать? Ну, скоро увидишь. Сейчас ты умрешь. Нет! Все, я хочу проиграл. Ты проиграл. Убийца молодец, всех перечикала. Что, панда? Панда была убийцей? Как ты и говорил, Аня была. Розовый попугайчик. Розовый попугайчик, я угадал, я угадал. Убийцы победили. Плюс 1, плюс 5, плюс 32. О, нормально, мне очков добавили. Хорошо, у меня же 1241. Так, ну все, погнали. Я, как всегда, не убийца. Ты, как всегда, не убийца, да? Да-да-да. Окей. Окей. Буду выполнять задание. Так, папа и дочки какой-то загадочный. Наверное, убийца на этот раунд. Да, наверное, я убийца. Так, фух, слава слишком богу, медленно. Слушай, у меня спичка наоборот. Опять спички? А я сделал. Что за фигня? Правда, ну ладно. Как ты с компьютера вообще делаешь это? Да легко, в принципе. Вообще непонятно. Так. Ты можешь, кстати, в две стороны эту спичку. Ну, как бы понял, да? И от себя, и на себя. А, ее... туда-сюда двигать, да? Да. Ясно, понятно. Ну, не очень понятно, но очень интересно, конечно же. Да. Так, все, я фотку склеил. Слушай, я уже тут большой зал все выполнил задания. Эй, не бегай за мной. Эй, слушай, тут одни убийцы. Я боюсь всех теперь. Ты всех боишь? Я тоже всех боюсь. Я когда очень убийца, боюсь. Хорошо. Ходишь себе такой счастливый, а на кого тут чикнуть? Тут. Никого а не когда... боишься. Ну. Так, так, а как выполнить это задание? Вот здесь вот. А, здесь след найти, понятно. Ищем след. Слушай. Так, ладно, все здесь сделали. Прикольно. Да как так же? Что случилось? Догадайся. Тебя грохнули? Да. Кто? Вот, репорт, репорт. Тебе сказать кто, я могу даже сказать. Не-не-не, так неинтересно, давайте, ну, ребята, блин, обсуждать. Ну почему меня кто первого, ребята? Убийца? Ну не первого, а третьего, но все равно. Битка. Так, сначала посмотрим. Кстати, убитый уже Red Cat, паук, Нелли. Да, причем, подожди, я тебя перебью, я буду детектив. Я впервые буду детектив, хотел посмотреть, как это работает. И у меня ничего не вышло. А-а-а. Меня убили. У меня лупа была такая прикольная. Так, камин. Ну что, давайте, решайте. Я почитаю чатик. Кто, слушайте, кого вы тут? Мне кажется, что это вот такая вот прям посередине фиолетовая сова. Камила. Ну посередине и цвет, цвет подозрительный. Это не я, говорит, я дрова рубила. А Реда зачем убила? Так, мне кажется, папа дочка убийца тоже. Видимо, вместе с этим чуть. Хотя ты репортнул. Ладно. Юки возле рыцаря. Так, не, давайте за Камилу проголосуем, проверим. Если я не прав, значит потом в следующий раз проголосуем за кого-нибудь другого. Подожди, я труп нашла, пишет розовая, хотя ты ж труп нашел. Нет-нет, я только подбежал к другому трупу, я не успел репорт, кто-то другой. А, на другой, а, все, вижу, да, это зелененького репортнула, Нелю. Ясно. Так, ну что вы так. Тут, за кого проголосовали? Бедную Камилу слили, ни за что, ни про что. Ну-ка. Просто выкинули из окна. А как увидеть, что убийца или не убийца, как видно? А тут не пишут. А тут не то есть пишут. Не пишут, убийцу выкинули или не убийцу? Да, надо, если что писалось, надо настройку поменять. Я могу пересоздать комнатку, и тогда будут писать, убийца или нет. Ну, мне кажется, так прикольно играть, прикольно. Когда ты знаешь, кто убийца, а кто это нет. Это очень прикольно. Или нет, или так хочешь оставить. Ну, пока пускай будет так, а там посмотрим. Я вообще первый раз играю в эту игру. В Among Us мы много играли, но это очень прикольный такой. Не, ну прикольно, когда ты видишь, ты убил, не убил. Ну, угадал, не угадал, это так получается. Ты до последнего не знаешь, сколько убийц на карте. Так, я вижу еще один трупик. А, ну понятно. Где?
Где? Убийца пробежал, такой ля-ля-ля. И еще одна фишка, смотри, здесь посередине, вот посередине, да? Там, где колокольчик этот. Тут есть книга. А, все уже, дело закрыто. Всех перечикали. Там есть книга, ты там можешь тоже увидеть, что кого-то убили. Ну, как обычно, убийца. Есть! Есть! Поводочки всех убил, ура! Поводочки всех победил. Всех отчикал. Да, ставьте лайки. И в комментариях напишите, сыграть нам еще в этот Among Us в каком-нибудь режиме прикольном. Да, и в какой режим? Да. Там есть разные еще режимы. Да, просто на самом деле в Among Us есть куча режимов, можно перенести сюда и будет прикольно. Типа там повар, радуга, заморозка и еще остальное. Спасибо, что смотрели. Все, хорошего настроения всем, пока-пока.